Депутат окружного совета депутатов Михаил Солнцев, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Андреева и местные активисты «Молодой гвардии» поздравили газету «Одинцовская неделя» с праздником – Днем российской печати. На встрече Лариса Андреева отметила, что «Единая Россия» всегда была и остается открытой партией, уделяя работе журналистов и издателей большое внимание. При этом в последнее время в условиях появления в информационном пространстве недостоверных новостей особенно важна работа настоящих журналистов-профессионалов.